Ежегодно 3 июля каждый уголок страны присоединяется к масштабным празднованиям одного из главных дней для белорусского народа. День независимости – общий праздник для всех. Вспомнить тех, кого нет, которые погибли, защищая нашу страну, кто восстанавливал и тех, кто сегодня работает на благо нашей Родины. Белорусский народ отдает дань уважения героизму и стойкости белорусскому народу. Самый главный праздник нашей страны 77 лет назад – Многонациональная армия Советского Союза освободила нашу родину от немецко-фашистских захватчиков. И вот в то время, тяжелое время, мы поднимали страну из руин. Мы ее никому не отдали. Мы подняли, выстроили, наладили производство. Вот мы живем в такой мирной, процветающей стране. И вот в нынешнее время, к сожалению, приходится очень дорого платить за независимость, суверенитет. Я хочу сказать большое спасибо ветеранам, которые живы, память которых уже нет с нами. К сожалению, наша страна понесла большие потери. День рождения страны, который нельзя пропустить. Руководство района и предприятий, депутаты, представители общественных организаций, жители шахтерской столицы посетили мемориал «Скорбящая мать». Горожане и гости возложили цветы к мемориалу. Минутой молчания почтили память погибших героев. Принимают участие руководители всех наших главных предприятий, наших организаций, нашего района. Для Солигорска это очень значимый, очень весомый и главный праздник страны. Праздничные мероприятия продолжились и в городе. Акцент на развлечения, и пусть не повезло с погодой, зато с улыбкой, чтобы хоть на день отвлечься от будничной суеты. Люди пришли поделиться праздничным настроением и прогуляться под мирным небом. Концерты, выставки, флешмобы, десятки праздничных площадок. Насыщенная программа была в сквере у Дворца культуры. Тематические номера, песни и танцы. Все с национальным колоритом, белорусским фольклором. Словом, все, чтобы сделать праздник ярким и особенным. И открыто говорить о том, что для них независимость. Кроме музыкальных композиций, для жителей города было подготовлено много других развлекательных локаций.